15 октября, Куприян и Устинья, народный календарь. Девушки на Каприяна собирались на вечерки, но не играли и не веселились. Вместо этого занимались рукоделием, а за работой пели грустные песни. Эта дата на Руси считалась днем очищения от наваждений и избавления от злых духов. На человека могли напасть бесы. В качестве жертвы бесы чаще всего выбирали пьяниц, грешников, а также сквернословов. В этот период обычно начинается сильный листопад. Крестьяне с 15 октября по 20 число сеяли на зиму свеклу, морковь, укроп, петрушку, пастернак, чеснок, щавель.